Краткое содержание рассказа Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». Княгиня Вера Николаевна Шейна отмечает именины на даче в кругу самых близких людей. От тайного поклонника она получает дорогой подарок – гранатовый браслет, который много лет был реликвией в его семье. Незнакомец влюблен в княгиню 8 лет и периодически пишет ей письма, но Вера Николаевна с ним не знакома. Будучи верной женой, она рассказывает о случившемся супругу. Князь вместе с братом жены, Николаем, отправляются на поиски тайного поклонника. Им оказывается молодой мужчина, скромный чиновник по фамилии Желтков. Николай требует прекратить писать любовные письма его сестре. В случае неповиновения он угрожает самой серьезной расправой. Желтков обещает навсегда покинуть город и просит об одном одолжении – написать прощальную записку Вере Николаевне. Шейн соглашается передать записку жене. Утром из местных газет становится известно, что Желтков покончил жизнь самоубийством. Вера Шейна отправляется к дому своего поклонника, чтобы проститься с ним. Глядя на умиротворенное лицо молодого человека, она понимает, что мимо нее прошла великая любовь. Хозяйка передает Вере записку Желткова. По его просьбе она слушает апассионату Бетховена и со слезами на глазах понимает, что он простил ее.